А что ты занервничал, слышишь? Что ты занервничал? Ну что ты? Ну что ты? Каждый рейтинг по-разному заканчиваешь. Тот рейтинг, допустим, где-то 4,5 тысячи долларов. Ну? Ты же мне на М лайки ставил. Да. К азбуку захожу, я говорю, что вы X7M, как? Он говорит, 13-ку. Он говорит, твою М-ку не почувствую, жесть. Я говорю, да. Привет. И он говорит, 1-0. А почему я тебя не слышу? О! Я тебя слышу! Привет! Вот, давай вот это. Такую девочку пустил. О! Добрый день, как ваши дела? Добрый день, добрый, как ваши дела? Нормально у меня. У нас все прекрасно, как у вас? У нас тоже, а сколько вам лет? А вы откуда? Нам, мне 22. Казахстан, Павлодар. Павлодар? Да. А то у вас вижу флаг сзади вот висит там. Или что это? Это под, типа под крупы какие-то банки, короче, стоят. Прикольные банки, слышишь, стоят у вас? Ну, это мы снимаем квартиру, они тут были. А, все понял. Что? Тихо. О, вот, вот вы принимайте, умоляю. Вот ты тоже можешь принять. Привет. Привет. Как тебя зовут? Батл. Привет, Батл. О, принять. Что ты делаешь? Слушай, а как тебя зовут? Лариса. Лариса? Dangerous today? I don't know. Little bit dangerous today, mystery. А ты английский знаешь? Все, про тебя уже пишут. Что пишут? Он неформал, он в розыске. Кто пишет? Кто тебя разыскивает? Я не знаю, я бы хотел, чтобы ты меня разыскивала, если честно. А ты откуда, Лариса? Я не полиция, чтобы тебя разыскивать. Ты откуда, Лариса? Я из Татарстана, ты откуда? Я тоже, из Башкирии. Башкирия? Да. О, прикольно. Ты недалеко, да? Получается. Да, согласен. А тебе сколько лет? Мне за 30 уже. Реально? Да. Бля, хорошо выглядишь, знаешь. Это маски. Нет, мне 31. Так ты из Краснодара или из Башкирии? Я из Краснодара. Кто тебе сказал? А где твои 13 детей? Какие 13 детей? Ты что такие вещи говоришь? У тебя все уже выдали. Где твои дети? Ты на стройке работаешь? Да, строитель я. Hello, my friend, how are you? Hello, America. У тебя большая аудитория, ты что обычно снимаешь? Ну, у меня основа. Да. Я приглашаю разных девушек. Вот. Не хочешь ко мне на интервью прийти? Равша, скоро у тебя запись купаться нужно. Что нужно? Там уже девчонки приехали, сейчас сниматься будешь. Ау, блядь, подожди меня. Ты заказал там что ли что-то? Я вот заказал. Ну, вон, девчонки, говорит, приехали. Да не, я же снимаю контент. Не приезжают девчонки у нас. Мы сначала интервью делаем, потом это делаем. Первая лама нахуй, думаем. Кто это такая? Принять. Вот. Привет. Привет, Black Mamba. Как дела? Все хорошо, ты как? Тоже хорошо. А что делаешь? Ничего. В эфире привет. Сижу. Как ты такая, ну, приятная, знаешь? Ты откуда? Хорошая такая. Волгоград. Волгограда? Мы сейчас как раз в Волгоград собираемся. Редрум, знаешь, что объект такое? Объект открывать. Мы администрация Редрумса. Прикольно. Вы бат, а да, 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 принимаю. Не хотите у нас поработать? Сколько вам лет? Мне 30. Мне 26. 26? Угу. Неплохо сохранилось. А ты замужем, не замужем вообще? Что делаешь? Я лежу, отдыхаю. А муж? Тоже лежит, отдыхает. Скинь саламу от меня. А потом, как отдохнет. А что, он устал у тебя? Да, думаю, да. Что делали? Ребята, посмотрите по экрану. Какого ты роста? 1.80 м. Как они себя рост спрашивают? Да вы наебали, что у человека рост 1.60 м, нахуй подъебывать. А у тебя какой рост? 164. О, как раз, знаешь. Не хочешь слепое свидание сделать? Не, не хочу. Почему? Зачем мне? Ты, я и твой муж. Давай не без... хочу. А без мужа? И тоже так нет. О, ты тут? Брат! Нету там никого, отстань. Я же слышал, брат, она мне в Инстаграме пишет каждый день. Такие. А? Это он меня попросил писать тебе. Спасибо большое. Спасибо. А можно я к вам в гости приду? Мы не у себя дома. У тебя хороший муж, он мне разрешает. Все, отстань. Не брат, придем, нарды поиграем с тобой, сядем, нормально пообщаемся. Каких жен? У тебя что, жены есть? Что мне тут пишут? Три.
Три жены? Да. Что тут такого? Угу. Нормально так в 33 жены иметь. Так это поздно. Вообще, можно и в 6 иметь. Пусть твой муж в аренду, да. В аренду? Не, нихера. В лизинг. Ребят, посмотрите по экрану. Короче, слушайте, мудро, выключите все эти аккаунты. Чего ты хочешь? Тапаю по экрану. А, ну ладно. Короче, все, кто пишет мне вот эту хуйню, летите в ЧС, заебали. Ты что, а тебя обижают? Покажи. Знаешь, что такое ракетка? Нет, мне обидеть тяжело. Ракетка, знаешь, что такое? Нет, не знаю. Everyone double. Я не тебе. Ножницы, знаешь, что такое? Кто? Ножницы. Ножницы, да. Но я думаю, у нас с тобой разные понятия ножниц. А у тебя, походу, те же понятия, я так смотрю. Ты твой ребенок? А, вот ты, слышишь? Нашел тебя. А, у 34... Да. Базару нет. Здравствуйте. Я муж твой фоткает? Да. Нихуя себе, блядь, сказал я себе, блядь. Нормально он фоткает? Неплохая такая, знаешь ты? Неплохая такая. И он, да? А, такой с прессом, да? Типа такой, с уебанскими татуировками, да? А чего вы не снимаете там? Чего ты облизываешься, когда... Почему ты посмотрел на моего мужа и облизываешься? Да нет, это я бороду трогаю, ты не переживай. Бороду тронул? Ты, блядь, нихуя ты кусать начал себя? Ты бери... А, у тебя ребенок есть! Целых два! Подожди, у тебя грудь сделана, да? Да, прикинь. Подожди, сейчас стой. Да, сделала, прикинь, молодец. Муж сделал. Знаешь, что я все сделал? И грудь сделал, и фото сделал, все сделал. Не, грудь сделал. И детей сделал. Построила дом в 25 лет. Приобрела машину с доходом в онлайн. А, ты еще и наебываешь людей! Нет, я просто топ-1 России много раз была в ТикТоке. Реально? А что ты делаешь? А что за контент снимаешь такой ебнутый? Что? А что за контент у тебя такой был, что ты топ-1? Ну, при чем тут контент? Рейтинг. Ну, как бы каждую неделю у каждой страны есть свой рейтинг. И, короче, ты очень... Есть лучший топ-99 людей. То есть, смотри... Которым больше всех надарили денег. А, ты топ-1 по сбору денег? Ну, по донатам, да. Получается, тебе... А, так иди в другое место, там больше дают. Знаешь где? Нет, не дадут больше. Почему это? А что ты занервничал, слышишь? Что ты занервничал? Я занервничал? Нет, твой этот, Вася, занервничал. То есть, типа... Нет, нет, он лежит расслабленный. Да его расслабленный, он понервничал уже. На маму мне тут эти гадости говорит. Вот ты зря это сказал. Я же сейчас тебя гасить буду. Подожди, он твой парень сейчас наткнулся на неприятное. Я сейчас буду просто его гасить жестко, ну, в смысле. Давай, гаси. То есть ты сидишь, зарабатываешь деньги на ТикТоке на том, чтобы тебе кидают деньги, потому что ты очень такая, да, хорошенькая такая, типа. Ты такая из себя фигура такая, правильно? Правильно же? Куда ты в то дело смотришь? Выкладываешь, куда ты лицом говоришь? Выкладываешь фотки всякие, да? И тип, который рядом с тобой сидит, впитывает, да, дэмэдж сидит. С блэдмейлом сидит, впитывает, правильно? Чё тип делает? Впитывает. А что впитывает? Ну, впитывает. Что впитывает? И на, ну, как это сказать? Приспособление. Ты его кормишь своим телом, правильно? А он меня своим. Ну, тоже верно. А он работает вообще? А зачем ему работать? А, вот оно. То есть он завел себе... Хороший. Он может себе позволить не работать, прикинь? То есть типы заходят всякие, кидают тебе денежку, чтобы, ну, подергать себе... И он, а, вот так вы зарабатываете, я понял. Бля, неплохо устроился, слышишь, дружище? Ты тоже так хочешь? Не, я такую не хочу жену. Не хочешь, как хочешь. Я хочу жену, чтобы никто ее не видел, кроме меня. Ну, точно. Одень на ее, блядь, картофельный мешок и нормально будет. Нет, зачем обязательно картофельный мешок одевать? Просто не хочу, чтобы... А что? На или жопу, блядь. Схуяли я должен показать кому-то, моя жена. Хуяли, я ее 30 лет искал для того, чтобы куда... Ну, типа, 30 лет искал? Мне кажется, 30 лет ты дергал максимум. Лево-право. Да что ты? Смотри, ты 30, смотри, ты какое-то время своей жизни тратишь на то, чтобы найти ту самую половинку, с которой ты проведешь всю свою жизнь, и ты берешь... Что ты там тратишь? Какое ты время тратил? Да подожди, я говорю, как есть. И ты берешь, просто это показываешь всем. Для чего ты это искал? Ты мог каждую попавшуюся найти и показывать. Для чего ты время тратил? И с каждым попавшимся ты можешь жить, да, 10 лет. Нет, я тебе говорю, для чего я, например, человек тратит долгие годы, строит... А? Алло. Ну что ты? Ну что ты? Что ты, моя хорошая? Алло, у тебя интернет упал? Мне позвонили. Кто звонит тебе? Охраняли, что ли?
Какая разница? Короче, тут деньги кидали. Тут... Я думал, ты топ-1, типа, вообще в ТикТоке. Типа, ты супер, ну, какая-то там блогерша. Ю-ху, ковбой! Не, она кого-то мне напоминает. Эту Леру, которая вторая фотка. Блядь, блядь, полуголые фотки выкладывают, деньги. Да. Да. Вот эта вторая Лера, которая есть, на нее похожа. Не. Да. А, да, в сушеном виде. Да, да. Алло, алло, ты тут? У тебя айфон? Уже, поставь не беспокоить. Алло. Старшему брату что-то скажешь? Поставь не беспокоить, я не буду звонить. Алло. Вы что сделали? Да заебал, ты не звони, сука тупая. Кто тебе звонит, дорогая? Вот ты беспонтовый. Кто? Я? Хорошо, что я все эти номера в чьи. Я беспонтовый. Там, а, кидай номер в чьи, не кидай. Там похуй, сейчас 500 звонков прилетит, там поебать будешь. А ты чушпан. А? Андрей, спасибо, Ирина, спасибо. Кто чушпан, я? Ну да, кто я, что ли? Чего это я, чушпан? Ты разозлилась на то, что я, ну, ущипнул за больное или что? Почему такая реакция? За какое больное? Куда ты мой номер кинул? Сука? Кого, блядь? Откуда я твой номер знаю, блядь? Ну да, в Инстаграме типа его нету. А ну, а где он в Инстаграме? А нахуй ты в Инстаграме номер свой поставила? Для таких, как ты. Нахуя мне? Звонить тебе и секс по телефону просить или что? Не, я же не твоя мама, зачем ты меня путаешь? Вот зачем ты? Вот я же ни разу на маму ничего не сказал плохого. Зачем ты заставляешь меня... А я сказала, и что? Зачем ты заставляешь мне говорить то, что ты сидишь, показываешь всем свое тело, а твой муж сидит и впитывает то, что другие дрочат на тебя? Я хоть что-то за это сказал? А тебе завидно, что ли, что другие да мне, не, да мне не завидно, я зарабатывать и как почему хотите. Почему ты смотришь не... куда-то, блядь, в сторону? У тебя косоглазие? Я не против, понимаешь? Ты можешь смотреть в экран? Делайте, что хотите, работайте, твоя работа. Так пойди в другое место. О, дружище, слышишь? У вас что с женой? У тебя вас с женой прикол на маму ругать или что? Какой прикол? Ну прикол у вас какой? Нахуй вы меня на маму ругаете? Два необразованных ну, идиота. Че, максимум, что вы могли в этой жизни додуматься, это, блядь, ты додумался свою жену показывать за деньги или че? Познакомься с новым для тебя миром, пройдя линейку квестов. Тут тебе не заскучать. Видел этот интерфейс? Вот, и мне он нравится. Любишь тачки? Покупай! И поехали! Навесим на нее тюнинга! У нас его полно! Соревнуйся с тысячами других игроков и десятками твоих любимых блогеров на родине РП! А, ну ты печальный случай. В смысле я печальный случай? То есть ты жила там сколько-то лет, и самое умное, что ты придумывала, это за бабки свое тело показывать? Это самое умное, да. Тут же думаешь, что в итоге именно так самое умное? Ну реально, ну... Ты вот к этому ты долго шла, а, и что? Бля, почему ты вечно заикаешься? Я тебя лучше, буду клоуном. Буду клоуном. А ты есть клоун, по тебе же видно. Я буду лучше клоуном, и, ну, главное... Ну, по тебе видно, что ты клоун. Бля, ну реально клоун. Ну, ты какой-то примитивный тут. Вы ты примитивный, ты охуела, что ли? Зайтунцы. Смотри, ты опять проиграл. А что нужно было? Выиграть, что ли? Мне вообще похуй. Ну, я да. Нашел тебе подачку, да, чтобы тебе кидали деньги. Какую подачку? Ты ж лох. Схуяли. Ну, по тебе видно. Ты видел свое лицо? А ты не так... Почему, блин? Почему? За что? Хочешь, я сделаю так, что я тебе без шансов могу 10 раз подряд выиграть? Попробуй. Давай. Сейчас я попрошу, чтобы все мои друзья зашли в ТикТок ко мне, и у тебя шансов не будет. Слушай, а могу ли я тоже что-нибудь купить? Да, Будда, я не знаю, кто это. А могу я тоже что-нибудь купить там, что-нибудь, ну, а какие есть у тебя? Прайс, это к твоей маме, ты меня путаешь опять с кем-то. Да, блядь, да что ты, да, да ебёшь, что... Ну, потому что ты путаешь подошел, меня со своим будешь. Семейством. Сколько денег на что брови сделала нормально? Это не ко мне, дорогой. Какого, через мужа она оплатить деньги или что? Ты можешь платить хоть через папу, мне вообще без разницы. Так, бля, пиздец, вот видишь, зашли, без шансов, видишь, ебу, это все, что нужно. Лайки? Ты серьезно? Ты думаешь, на лайках в рейтинг залететь можно? Да нахуй мне рейтинг ебаный нужен, мне похуй на него. Ну, по тебе видно. Ты думаешь, я, блядь, сейчас за эти розочки здесь буду жопу рвать, что ли, сидеть? Я не знаю, может, ты и розочкой порвешь. Хорошо, вот, хорошо, давай так, сколько ты можешь зар... розочкой порвать, можешь за розочки, как хочешь. Слушай, а сколько ты зарабатываешь, вот реально, вот, когда ты в топе была, вот. Ну, вот сколько это заработок был? Ну, я и сейчас в топе. Не, хорошо, но сколько это? Типа, тысяча? Ну, а какая тебе разница? Ну, бля, интересно, бля, реально. Ну, а мне какое дело до твоих интересов? Волчок, спасибо. Ну, реально, ну, Фатим,
Скажи, everyone после... double. Каждый рейтинг по-разному заканчиваешь. Тот рейтинг, допустим, где-то 4,5 тысячи долларов. За сколько это? За месяц? За 7 дней. 4,5 тысячи долларов за 7 дней ты заработала? Нихуя себе! Ну это вот ты сейчас, видишь мой счет? Это люди дарят подарки. Вах, ебать, это, видишь, как хорошо. Ты сейчас, я забайтил, и твои. Кого ты забайтил? Смотри, как это работает. Независимо от тебя, мой рейтинг идет. Алекс, спасибо. Ну? Что ей муж подарил? Да нихуя не подарил, такой у него деньги, у нее все деньги. Да. Она еще и водолей. А что она говорит, что ей 30 с чем-то, блядь? Ей же всего лишь, блядь, 25. Ну, 26. Мне 26. 26. Это 26, он сказал, же? Что ему 30. Я этого кто не говорил. Нет, это она говорит, это мне... Она говорила 26, да? Степана Ратина, блядь! Классно, когда ты называешь тот адрес, на котором я не живу. Так что привет! Короче, 4,5 тысячи долларов. Охуеть ты зарабатываешь, ты чё? Еще и жалуются. Ну, какие? Конечно, на... Ты, конечно, меня оскорбляешь. Смотри, твои защитники, видишь, как хорошо деньги кидают. Видишь? Это потому, что я... Ты же понимаешь... Они и так без тебя кидают. Да, ты знаешь, как это работает. И поэтому меня не отключаешь. Я думаю... Без разницы. Да, что ты мне рассказываешь? Что с тобой, что ты меня будешь кидают. Учить? Ты меня будешь учить, нахуй? Ты бы меня давно отключила бы, блядь. Ты есть кто? Ты есть кто, чтобы есть... тебя учить? Ты знаешь, как это работает. Специально меня оставил, потому что хуйню несу. И у меня есть люди, которые газуют. А твои вот эти, как их назвать правильно? В твоем понимании деньги надо заслужить? И что? В моем понимании деньги... В смысле заслужить? Ну, у тебя везде есть какой-то ценник? Нет, у тебя есть. У меня нет ценника. Ну так у меня нет ценника. Ты не, любишь, я... чтобы я какой-то ценник озвучил или что? Или тебя смущает? Хорошо, на лысо за 1 000 000 рублей пострижешься? Ни за какие деньги я не выполню ни одно желание, ничьё. Никогда. Да хуй, что ты... Пиздишь, нахуй. Да, никто не напрягается. В данный момент агрессируешься ты. Муж с фотоаппаратом напрягается, а ты так кайфуешь, лежишь. Тебя смущает, я не пойму, что я лежу, кайфую или что? Меня смущает, понимаешь? Именно так. А чё муж где вообще? Он же там что-то пёрнул, нахуй, пропал куда-то. Пропал, всё, нету. Ну, он что-то перданул там про маму и убежал куда-то. Перданул, да. Ты своим... прям почувствовал, да? Своим ртом. Мне нравится, что ты почувствовал. Он еще, наверное, полирует. Главное, что ты почувствовал. Главное, что ты различил. Он еще, наверное, полирует тебя неплохо, так что ты, ну, что, блядь, ты его обеспечиваешь. Слушай, ну так тут уже, мне кажется, тебе нет дела, полирует он или не полирует. Ну, блядь, ну все, блядь, детейлинг делает тебя. По тебе же видно, что ты какой-то, ну, осуждаешь. У меня нет девушки, и что? Ну, по тебе видно. И что тут такого, подожди? По тебе видно. По твоей неаккуратно стриженной бороде видно, в принципе, что у тебя, в принципе, никого нет. Максимум, не знаю, барашка слева, овечка справа, все. Подожди, у меня нет девушки, я езжу на приори, и это нихуя не значит, это не самое главное. Отлично, все, чего ты добился, ездить на приори. Ну и что, блядь? 30 лет ездить на приори. И что, блядь? Великолепно. И что, зато я, блядь, как человек... Привет, спасибо, Ирина, Илона, Алекс, спасибо. Зато я, блядь, человек, понимаешь? У тебя муж пешком ходит вообще. Не муж. Разницы, у тебя разница, муж, пожалуйста, ты что? Ты что мне пиздишь? У тебя муж приспособленец на твоих деньгах живет. А на чем? Он не работает, нихуя не делает. А с чего ты взял, что он не работает, Алекс? У меня приора 2, кстати, а не первая. И она стоит... Мне нет разницы, и она стоит 700 тысяч рублей, если что, вдруг. Мне нет разницы, что у тебя. 700 тысяч, это, если что, это, блядь, больше, чем ты в неделю зарабатываешь. За что заблокировали? Оу, я 7 долларов заработал, алло! Как вывести? А, за фак! Реально?